В Чебоксарах подвели итоги международного фестиваля фейерверков. Пиротехники соревновались за звание лучшего на протяжении 2 дней. Победителей выявляло не только компетентное жюри, но и зрители. Чья программа заслужила высоких оценок, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. Когда заканчивается обратный отчет, небо над заливом превращается в огромное полотнище, на котором с помощью пиротехников вырисовываются цветные картины. Дала представление фестиваля по традиции посвящают Дню Республики. Композиции из огней меняются каждую секунду, водопады, цветущие сады, фонтаны. Организаторы шоу в очередной раз доказали, что из пороха можно создать произведение искусства. Международный фестиваль фейерверков уже давно стал визитной карточкой республики. В этом году свои программы на суд зрителей и жюри представили команды из Чебоксар, Москвы, Минска и Астаны. Для меня вообще просто, знаете, не ожидал такого впечатления, что... Ну, сказка, честно говоря, вот сказка. Я впервые получил такое вдохновение, чтобы... А тем более у меня... Профессия связана с изобразительным искусством, соответственно, я вижу такую красоту. Наше впечатление очень даже отличное, очень понравилось, положительное. Дети уже начали засыпать, и когда начался фейерверк, все проснулись, все в обозрении. Ну, шикарно, молодцы. Правильно, я думаю, достойно республика показала себя. Да. Синхронность пиротехнических элементов и музыки – главные условия фестиваля. Жюри оценивают и постановку номеров. Лучших пиротехников приехал поздравить и глава республики. Столько впечатлений, столько красоты, столько роскоши, столько духовной, мощной, созидательной силы. И эти ценности являются всегда непобедимой силой. Вы молодцы, так держать! Приз зрительских симпатий получили гости из Минска. Гран-при фестиваля в этом году достался чебоксарской команде. Надо знать, наверное, уметь создавать сначала образы и картины у себя в голове, потом это проецировать свои мечты, свои видения на компьютере, и уже потом, зная изделия, зная технические характеристики, их красочность, уже это повторять, воплощать это для того, чтобы увидели зрители. В следующем году фестиваль фейерверков пройдет в 10-й раз. Организаторы ожидают, что география участников расширится. Дмитрий Ковалев и Олег Якимов. Республика.